А в Астане в честь Дня Республики гранты получили писатели. 65 мастеров пера получили по 500 000 тенге. Торжество было организовано акиматом столицы и Союзом писателей Казахстана. Писатель Адильбек Ибраимулла был одним из тех, чьи труды сегодня признали. На его творческом счету более 20 произведений, за которые он уже получал государственные награды. Однако, по его словам, большая честь получить поздравления в такой важный праздник для страны. Последняя книга, которую я написал, это роман о Кенесары Хане под названием «Семь сержей Зундигасерт». Он был опубликован в прошлом году, и теперь его активно обсуждают в обществе. Как мне кажется, книга была хорошо принята. Мероприятие прошло под девизом «Тель ельдек тентрега» – «Язык – опора государства». Ведь язык и независимость – неразделимое понятие. И сегодня, в День Республики, почетные виртуозы слова обменялись мнениями о значимости государственного языка, как стержня национальной духовности. Основным инструментом писателей является язык. Ведь книги – это грамотный инструмент воздействия. А также они участвуют в повышении статуса родного языка и работают над расширением сферы его применения. В сегодняшний день мы охватываем порядка 160 молодых писателей. Мы думаем, что данные меры будут дальнейшим стимулом для дальнейшего развития вот этой отрасли. Астана становится не только административным, политическим, финансовым, но и культурным центром. В последние годы в столице открылись аллеи писателей, дом писателей и парк журналистов. Как говорится, язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия. Айша Усимбекова, Жулдузбек Ермуканов, Жибек Жола.